Анонс и точная дата выхода 5 и 6 серии 3 сезона сериала ИП Пирогова. 5 и 6 серия сериала выйдут на интернет-площадке Star.ru 9 мая. В новом сезоне мы увидим, как соседи пикетируют кондитерскую, полагая, что из-за нее в доме расплодились тараканы. Вера не сдается, планирует участвовать в конкурсе на лучшие пирожные, но ей мешает зверская аллергия. Вдобавок, скучающий без дела Андрей открывает прямо у нее в кондитерской точку по продаже бэушных мобильников, что привлекает разных сомнительного вида личностей. Ну и отец по-прежнему на старости лет с дамами куролесит. Словом, у Веры все как всегда, разве что рядом с ней еще один импозантный мужчина – Денис, владелец сети «Глобус Гурме», который, кажется, всерьез заинтересовался способной кондитершей. Елена Подкаминская снималась в этом сезоне, будучи сильно беременной, вплоть до 8 месяца. На съемках оператору-постановщику приходилось проявлять чудеса изобретательности, чтобы скрыть этот факт. Напомним, 5 и 6 серии сериала выйдут на интернет-площадке Star.ru 9 мая. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки!